Итаки, народ, здорово. Свещаем с крыши. Это, накрылся кондиционер. На иврите его называют мозган. Поэтому будем ремонтировать наш мозган. Накрылся, походу, скорее всего, конденсатор на 30 микрофарад. То есть, ну, есть на 3 вывода, там у него один вывод. Одно идет, один микрофарад показывает по одной линии, по второй показывает больше или меньше. То есть вот сейчас поменял, все заработало. Пропеллер работает от другого кондера, скорее всего. Там поменьше стоит. Ну, сейчас работает. Вот всего лишь, оказывается, проблема была здесь. Вот он мозг делал, то работает, то не работает. Все, целый, без проблем, ну, вроде бы высох. Или отработал свой ресурс. Разбирается легко, откручиваются 4 винтика. Крепление самого кондера. Вот такой он. И все. Меняется. Все на место ставится, закрывается. Вот проблема с трубками, да. Надо их накрыть, потому что весь холод остается на улице. Хотя на самом деле он так маслает неплохо. Но все равно надо закрыть, и тогда будет лучше он функционировать. Осталось еще продуть решетку, ну, сам радиатор этот, и все. Всем всего наилучшего, до свидания. Самое главное, не болейте. Ну и по скрипту. Вот такой простой набор для ремонта. А, ну и плоскогубцы еще. Для ремонта кондиционера достаточно. А, самое главное, чтобы конденсатор был у вас в квартире. А то сейчас все закрывается, ничего уже не работает. Сегодня там какой-то день, что машине не ездит. Сейчас детвора вся вылезет на дороге, будут кататься. Ладно, пошел я. А тут на крыше вот такие вот коммуникации. Ну, реально классно. Вот вода греется. Вот эти маленькие бойлеры, они, ну, менее эффективные. Вот у нас это соседский такой большой. Ну, у нас еще поболее. Хозяин поменял, потому что там была, ну, тек-тек он потихоньку что-то. Поменял хозяин без проблем, сейчас работает. Все замечательно. Воды хватает зимой. Вот, ну, тут зим же ж нету, как вы знаете. Зимой он греет нормально. То есть вот там две солнечных панели хватает на эти 200 литров. И все, зимой мы практически электричеством и не пользуемся. Вот такой он. Четвертый этаж. Все такое миниатюрное сверху кажется. В общем, ремонт произведен. Сейчас будем хоть это под прохладой лежать. А то на улице у нас до сих пор еще 40 днем. Как нагреется в квартире до 30 градусов. Нагревается. Вот такие виды. Все, всем всего наилучшего. Самое главное, не болейте, берегите себя. Всем пока.